Оперативная группа, это Прайс. На кладбище прибыли еще люди Макарова. Зауб, прикрой меня. Я уложу вон того парня и с помощью его рации перехвачу их разговоры. Гоуст, мы притихнем на несколько минут. Удачи вам в России. Конец связи. Роуч, в подвале склад оружия. Советую запастись, пока есть возможность. Люди Макарова сделают все возможное, чтобы не дать нам уйти с этими данными. Надо защищать ЗУ до завершения передачи. Используйте все оружие. Устанавливайте взрывчатку. Занять оборонительные позиции. Вперед! Готов к атаке. Что за чертовщина? Внимание! С юго-востока движется большая группа противника. Они прорвались в периметр. Постараюсь разобраться с ними, пока они не подобрались слишком близко. Советую воспользоваться прицелами. А твой? Он готов. Я на позиции. Вас понял. Всем обеспечить прикрытие поля на юго-востоке. Вперед! Один готов. Вижу, вот они, на поле к юго-востоку. Расчет РПГ приближается с запада. Вас понял. Расчет РПГ приближается с запада. Дополнительные силы противника двигаются в вашем направлении. Они у солнечных батарей на востоке у дома. Этот готов. Они идут у солнечных батарей на востоке у дома. Вас понял. Постараюсь их снять, когда пойдут между деревьями. Используйте мины, если они у вас есть. Установите их на тропинку у дома на востоке. РПГ двигается с юго-запада. А, меня ранили, нужна помощь. Снайпер один в ударной группе. Внимание, с северо-запада и юго-востока приближаются вертолеты противника. Вертолеты противника, 15 секунд. Вас понял, 15 секунд. Сил к этому дому. На западную сторону. Они, наверное, у Эллинга. Прикрывайте подход на западе. Меняю позицию. У вас не будет снайперской поддержки. 30 секунд. Ждите. Противника приближаются с северо-запада. Вас понял. Вертолеты противника приближаются с северо-запада. Роуч, установи взрывчатку на дороге и возвращайся к дому. Гранатой!
это Шепард. Мы почти в зоне высадки. Доложите обстановку. Мы двигаемся к зоне высадки. Роуч, вперед! Прикройте меня! Гоуст, прием, выходите на связь. Кто-нибудь меня слышит? Их нет, Соу. Шепард убил всех. Я пытаюсь к вам пробиться. Шепард нас предал. Предают тех, кто доверяет. Я никому не верю. Николай, прием, засек координаты? Да, я уже на подходе. Но я не один. С одной стороны люди Шепарда, с другой люди Макарова. Придется с ними разобраться. Или дай им перебить друг друга. Что ж, тогда до скорой встречи, мой друг. Thank you.
жалко! Вас понял, капитан Прайс. Вылетаю. Постарайтесь взять ситуацию под контроль до моего прибытия. Повторяемся, Николай! Главное, давайте сюда! Как можно скорее! Соуп, держитесь в стороне, пока можете. Пусть люди Макарова и Шепарда бьют друг друга. Мы можем прослушивать их линию по их же рациям. Я собираюсь выйти на контакт с Макаровым. Шепард пытается прикончить и нас! Заодно с Макаровым! Отступайте к западу! К точке спора Браво! Никому не верьте! Чертов трасс, мы на месте! Транспорт на 12!